Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Киев к прямому диалогу с повстанцами непризнанной Донецкой и Луганской народных республик. Также он указал США на поддержку военного, а не дипломатического решения украинского кризиса. Обвинение Запада в помощи повстанцам деньгами, оружием и войсками Москва отрицает. А вот в ДНР заявляют, Америка лишь делает вид, что обсуждает, стоит ли поставлять оружие правительственным войскам в Украине. Фактически, это уже происходит.